Добрый день! Меня зовут Федорова Елена Евгеньевна. Сегодня я хочу пригласить вас на курс «Иностранные работники. Особенности привлечения и оформления». Курс рассчитан на всех работников кадровых служб, тех организаций, которые привлекают сейчас или планируют в будущем привлекать иностранцев к труду. Этот курс уникальный, потому что он не только основан на действующем последнем законодательстве, а также на практике применения этих изменений. Курс рассчитан на 16 академ-часов. Будем рады видеть вас на нашем курсе.